Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свин. Свинка Пеппа. Компьютер дедушки свина. Пеппа и Джордж гостят в доме у дедушки с бабушкой. Дедушка свин, бабушка свинья. Что это? Часы с кукушкой? Да, они должны делать ку-ку, ку-ку. Но кажется, они сломаны. Дедушка, не мог бы ты их как-нибудь починить? Для этого я должен отнести их к себе в сарай. Дедушка свин чинит все сломанные вещи у себя в сарае. Я проверю, что у них внутри. Дедушка, вот теперь ты их окончательно сломал. О, пожалуй, я достану свою книгу о часах и стрелках. Да, вот она. Как работают часы. Дедушке свину удалось починить часы с кукушкой. Ура! Ура! Мама-свинья приехала забрать домой Пеппу и Джорджа. Мама! Дедушка починил старые часы с кукушкой! Прекрасно! Что это? Это мой старый компьютер. Компьютеры я чинить не умею. Он работает. Я купила себе новый компьютер и решила, что ты будешь работать на этом. Сложно сказать, зачем он мне нужен. О, компьютер! К чему он тут? На нем можно печатать письма. Смотри, дедушка! Эй! Би, си, ди. И цифры разные. 1, 2, 3. А если мы его сломаем, случайно нажав не на ту кнопку? Не беспокойтесь, его непросто испортить. Только не пои его молоком, не корми печеньем или желе. Он так забавно поет. Выходи, курочка. Если ты нажмешь на эту кнопочку, она снесет яичко. Я уже освоила эту игру. Хотя Джордж играет 100 раз лучше. Забавно. Давай оставим этот компьютер, бабушка-свинья. До свидания. Пока. Не хочешь немного поработать на нашем компьютере, бабуля-свинья? Да, сначала посчитаем, а потом попишем. Пеппа и ее семья собрались обедать. Я отдала свой старый компьютер дедушке с бабушкой. Прекрасно, только вряд ли у них что-то получится. Алло, говорит свинка Пеппа. Пеппа, я хочу задать один вопрос по поводу компьютера. Это дедушка, он сломал твой компьютер. Что у тебя за проблема с компьютером, дедушка свин? Он переполнен яйцами. Яйцами? Несушка-курочка больше их совсем не высиживает. Я сломан. Выключи компьютер. А теперь снова включи. Что-нибудь изменилось? Я совсем и абсолютно сломан. Кажется, дела плохи. Наверное, его уже нельзя исправить. Мы заедем и заберем его у вас. Бабушка, мы приехали забрать у вас компьютер. О, дедушка свин уже отнес его в сарай. Есть! Он работает! Я починился. Ура! Мой дедушка самый лучший мастер на свете. Починить его было трудно? Что ты? Я покопался и нашел вот эту книгу, как работает компьютер. Значит, нам уже не надо забирать компьютер с собой? Нет, он понадобится мне для важной работы. Чтобы писать письма и складывать дроби? Нет, чтобы обыграть бабушку-свинью в игру с куриными яйцами. Я снесла 4020 яиц. Здорово! О, мне осталось в нем кое-что наладить и исправить. Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Свинка Пеппа.